Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Murdered Soul Suspect. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, потому что мы получили новую способность — телепортация. Так, как теперь? А, просто отпустить. Понятно. Теперь нам, видимо, хотят дать возможность потренироваться. Призраки могут телепортироваться через зазоры между призрачными объектами. Это круто. Вот туда вниз мы можем? Можем. А, стоп, нет, не сюда. Я хотел. Туда как-то попасть. А можем ли мы вот просто так наверх? Так, вот сюда я хочу. Вот. Этого я совсем не ожидала. Урона на новая татуировка. Но на этот раз она не связана ни с преступлением, ни с насилием. Она про меня. Про нас обоих. Две переплетенные розы. Кажется, он считает, что наши отношения навсегда. Он набил ее поверх тату, посвященной родителям. Сюда! Пациент опять бредит! Боюсь, сейчас будет припадок. Сделайте для него, что можете. У него органы отказывают. Уже недолго осталось. Так это призраки или это типа воспоминания просто? Я не могу говорить. Вы не видите? Ему больно. Нет, это призраки. Да нет. Я не могу говорить. На него не видите? Ему больно. Все мы тут долго не протянем. Понятно, с вами бесполезно общаться. Вы у нас неразговорчивые. Там вроде ничего нету под лестницей. А, нет. Так. Это мы вообще где? Это мы там, где нам и нужно было оказаться в итоге. Просто я, получается, обошел снизу. Можно было этого не делать. Ну ничего. Ничего страшного. Зато ничего не пропустили. Так, там что-то есть. И там что-то есть. Граммофон. И все. Медицинские журналы. Ну, скорее книги уже, а не журналы. Так, а туда мы никак. Нужно именно, чтобы была возможность навестись на пол. Вроде как. Если я правильно понял. Отлично. Еще всего лишь 11 штук. Всего лишь. Стоп. Лекарство от лихорадки. Лопаты, лопаты. Не будешь осматривать их? Они так подсвечены, как будто бы их нужно осмотреть, нет? Так, нам, судя по всему, туда, на выход. Вон там София. Так, а сюда мы... А сюда нам и не нужно, мы там уже были. Окей. Погоди, ладно? София, я так быстро еще не умею. Я только осваиваюсь с этой способностью новой. Мы туда можем попасть. Но сначала давайте все тщательно осмотрим, тщательно изучим.
чудодейственное средство. Видимо, кто-то продавал здесь. Так, отлично. Превосходно. Еще 10 нужно найти. Так, хорошо. Нам вообще... Нам туда. Значит, первым делом отправимся вот сюда. Нет, ничего. Превосходно. Так, на крышах вроде ничего нету. Классная способность. Так, а там что за съемки? С вами Трэвис, охотник на привидения. Мы в Салеме, Массачусетс. У этого города жуткая история, и он кишмя кишит призраками. Кто знает, сколько измученных душ и кричащих фантазмов обитает на этом кладбище. Кричащих фантазмов? Трэвис, по-моему, это перебор. Так, стоп! Дуэйн, сколько раз тебе повторять? Не смей меня поправлять! Ну нельзя же нести такую чушь! Тебя засмеют! Ни хрена. Мое шоу за это и любят. Ладно, извини. Давай заново. Ладно, снимай. С вами Трэвис Охотник, и мы в Салеме. Как вы знаете, у... В этом дубле нужно говорить пожестче. Высокая паранормальная активность. Что? Что это? Явно паранормальщина. Я тоже слышал. Тут какой-то дух. Призрак. Это интересно послушать. Ау-у-у. Ты хочешь нам что-то сказать? Стоп! Теперь он там! Что за люди смотрят это шоу? Действительно. Ты просто, видимо, прикалываешься здесь, да? Ну ладно, развлекайтесь. Так, вот сюда я еще не заходил. Неудачная экскурсия? Что такое? Друзья пошутили? Не-не-не! Не мог дверь придержать, что ли? Ты о чем вообще? Она изнутри не открывается. Теперь ты тоже застрял. В смысле? У меня занятие. Если меня тут застукают, то лишат стипендий. Я должен выбраться. То есть это даже не твой склеп? Ну, конечно, нет. Если честно, мне уже не по себе. Это парни из Капа Дельта Фи придумали. Я понимаю, да, традиция, все такое, но это уж слишком. Попробуй еще раз. Только толкни дверь как следует. Поверь, когда выйдешь отсюда, ты перестанешь волноваться насчет стипендии. Парниша до сих пор так и не понял, что он уже умер. Офигеть, его здесь заперли, и он просто погиб. Просто умер, офигеть. Стоп, а здесь что-то есть. Я что-то пропустил. Еще ничего не закончено. Произошло уже немало смертей, но, похоже, грядет еще больше. И их вряд ли можно предотвратить. Боюсь, кладбище будет переполнено. Мать Джой боится, что звонарь успеет убить еще многих.
А, вот оно, маленькое такое, незаметное. Записочка, буклетик. Так, смотрите, куда нам вообще нужно? Мы были там, она сюда телепортировалась, да, или как? Вроде как сюда. Опять-то значок. Опа-па-па-па. Три штуки. А я же думаю, чего это вдруг игра сохранилась? Не просто ж так. Нет, не заметили. Так, смотрите, а те, что близко, те не подсвечиваются. А, только те, которые за чем-то, за объектом каким-то. Так, ворона есть. Мы можем его приманить. Но, блин, нас могут те... А, стоп! А, нет, не запалили. Прекрасно. Прекрасно. Так, ворона. Слишком далеко. Блин, они друг напротив друга. Это опасно. А вот момент, когда... А, очень сложно успеть. Как бы туда подобраться? Так, ворона, теперь замолкни, пожалуйста. Хватит орать. Так, этот поворачивается, когда тот идет в ту сторону сразу. Угу. Нам нужно... А там мы не обойдем? Наверное. Блин, а здесь как-то сложновато. Опасно, могут запалить. Блин, не могу туда попасть. Ага, все нормально, попал. Блин, долбаная стена, здесь не пройти. Мне нужно к тому укрытию добраться, тогда, я думаю, все будет нормально. Черт, не застревай только. Укрывайся ты, ну. Ай, ёпарасоте. Плохо. Оба всполошились. Стоп, зато пока что я могу как раз таки... А, нет, не получится, не добегу. Вон тебе ворона орёт. Да что ты не реагируешь на ворону? Ёлки. Да блин! Отцепитесь вы от меня! Слушайте, они меня чувствуют просто. Я не вижу укрытий никаких, не успеваю ничего, ребята. Кажись, пронесло. Блин, как же мне добраться до того укрытия? Черт. Так, опасно, опасно.
Да ёлки! Блин, где он? Не вижу. Так, ну сквозь стену меня не увидят. Я надеюсь. Фух, все. Так, ну и все, с тем мы разберемся. С тем мы разберемся. Так, ворона нет поблизости? Был бы очень кстати. Давай, давай, Ронан! Ронан, да какого черта? Ну, почему не работает? Да укрывайся ты, ну! Какого черта опять-таки не сработало? Ну, блин, это нечестно. Ребята, я был за ним, почему оно не срабатывало? Какого черта, оно то работает, то не работает. Ладно, попробуем с этой стороны тогда. Это какая-то именно глючная возможность их убивать. А там есть ворон, кстати говоря. Там есть ворон. Давайте для начала выглянем, посмотрим, что здесь как. А, черт. В принципе, ворон будет орать долго. Фух, все. Пронесло. С горем пополам у нас получилось. Все, все, спасибо тебе за помощь, можешь теперь замолчать. Так, здесь мы везде все смотрели? Здесь, по-моему, я не был. Но здесь ничего и нет. Это чисто для того, чтобы мы могли как-то пробраться мимо демонов. Так, там, а, раз, два, рядом прям две так. Отлично. А, и... А. А, вот так даже можно. Что у нас здесь? Слушайте, мы здесь не были. Знаете, я уверен, что здесь водятся призраки ведьм. Не бойся, маленький. Я с тобой. Все спокойно. Ночью все будет просто супер. Да, он мне нравится. Прекрасное место для знакомства, кладбище, конечно. Красота просто. Ух, это хорошо, что я... тщательно все проверяю. Это секретная получается зона. О, отлично. Превосходно прямо-таки. Еще один склеп. Еще 7. Ну, две штуки мы сейчас соберем. Но
Отлично, еще 5. Понятно. Ну, вначале сюда. Укрыться. Зачем мне здесь укрываться? Здесь ничего нет вообще. Жалко. Стоп. Есть. Не могло ничего не быть. Есть смерть. И есть то, что после нее. Куда это мы вообще идем? Все дальше и дальше, все глубже и глубже. Черт его знает, как потом обратно отсюда вернуться. Запутаемся сейчас, потеряемся на кладбище. И все, придется оставаться здесь жить. Навеки вечные. Я пересказал Рексу слова Ронана насчет преступлений. Похоже, он встревожился, но не за меня. Просто он знает, как тяжело вернуться к нормальной жизни, если у тебя криминальное прошлое. Даже когда ты полностью изменился, люди не хотят давать тебе еще один шанс. Из-за этого я прониклась к Ронану еще большим сочувствием. Он так хочет стать другим. Мне нужно как следует об этом подумать. Нет, у нее получается быстрее. Кроме того, лучше все-таки не спешить. Так, сохранение. Демонов нету. Лучше все-таки не спешить. Опять эти жуткие тени исчезающие. Чтобы ничего не пропустить. Блин, очень атмосферная игра, реально. Вот кладбище... Что? Река? Вот кладбище вообще локация очень крутая. Так, дрожат эти врата, мы, по идее, должны их как-то удалить, но почему-то у меня не получается. Я думаю, возможно, мы должны сначала здесь что-то сделать, а потом уже, ну, проходи, да пройди ты между этими могилами, елки. Потом уже пройдем дальше. Старое кладбище было гораздо меньше современного. Так как оно расположено у реки, то дважды за историю города становилось карантинной зоной. В 1665 году здесь были изолированы эмигранты из Англии, заболевшие бубонной чумой во время плавания через Атлантику. А в 1904 году сюда направили строителей Панамского канала, заразившихся желтой лихорадкой. В обоих случаях несчастных селили рядом с кладбищем, а потом, когда они умирали, здесь и хоронили. Кстати, а правильно ли то, что кладбище находится... возле воды? Ведь как бы когда разлагается труп, то трупные яды идут в подземные воды, и как бы все это идет сюда в воду, а потом, возможно, из этой реки уже люди воду пьют, купаются в ней. Это вообще нормально, как бы? Так, не то. Хотела смотреться на всякий случай. Как-то подозрительно она стоит и ждет нас. Так, ладно, ты стоишь, никуда не уходишь. На дереве ничего нету. Отметины. А, веревка есть, но мы ничего сделать не можем. Ладно. Постой. Не бойся меня. Я хочу узнать, кто тебя убил. Звонарь на руке. Да, да, я полицейский. Да нет же, она хочет сказать, что полицейский ее убил, что ли? Звонарь — это один из полицейских? Черт, понял. Ты не пытаешься убежать. Ты ведешь меня. Надо выяснить, что хочет сказать София. Она хочет сказать, что ее убил полицейский. Дундук ты. А что это за звуки? Ветка, трещина, веревка.
Трещина, видимо. Глубокая вмятина на дереве от удара тяжелым предметом. А что за веревка? Веревка, привязанная к дереву. Обломки ветки дерева. Может, ветка все-таки? Так, похоже, тут все серьезнее. Ладно. Давай. Пускай будет трещина. Офигеть, он ее утопил. Так и знал. Звонарь. Но почему он захотел убить тебя именно так? Эй, не бойся. Давай, выходи из воды. Все нормально. Я тебе не враг. Давайте сначала посмотрим про смерть Софии. Убийца утопил Софию с помощью странного приспособления. Звонарь убил Софию. Он ее привязал к стулу и просто опустил в воду. Кошмар. Я не знаю про договор. Прошу, перестаньте. Что за чертовщина? Да смотри, что до конца. Не понимаю, какой еще договор? Ой, Дундук, да смотри до конца, давай. Она хочет показать Нет. тебе. Сейчас тебя убьют, ты еще ребенок, не надо на это смотреть. София всячески отрицала, что ей известно о каком-то договоре. Звонарь спрашивал ее об этом? Так, ну само собой возьмем ее за руку. Нужно все-таки это досмотреть. Нужно. Клянусь, я не знаю про договор. Пожалуйста, нет, не надо. За что вы так со мной? Кто вы? Что вы делаете? Знак. Я не хочу умирать, не надо, прошу! Нет! Прошу! Нет! Он на тебе. Его знак, он что-то означает. Переволновалась. А крики почему-то так действуют на нас. Странно. Ну, вот и все. Нужно возвращаться к Джой. Звонарь нарисовал свой знак на руке Софии. Да, теперь смотрите, можно удалить. Как я и думал. Так, здесь точно ничего больше нету. Я думаю, мы сюда уже не вернемся. Помните, вы можете телепортироваться, удерживая, отпуская левый бампер. Окей. Да не вопрос. Во. Я хочу собрать все эти плюшки. И теперь я знаю, как в городе нам собрать то, что мы там пропустили. Я думаю, уже в следующей серии мы этим займемся, пособираем там все. И сквозь ограду, рядом с призраком, таким образом сможем попасть. Там ведь дыра. Прекрасно. Но сейчас хотелось бы собрать все здесь, на кладбище. Эти сигареты сведут Ронана в могилу. Я знаю, что ему нравится курить, но сегодня просто обязана была обсудить с ним этот вопрос. Я сказала, если хочешь дожить вместе со мной до старости, откажись от проклятых раковых палочек. А он ответил, что уже и так многого отказался ради меня. Не самый вежливый ответ,
Ну такого уж Ронан. И мне кажется, он и не собирается дожидаться старости с его-то жизни. Да уж. Так, мы наверх туда не сможем забраться. Ну, значит, только лишь сюда. Так, я пытаюсь сейчас вспомнить. На кладбище вроде тоже был где-то момент, где мы не могли пробраться, да? Или нет? Или мне только кажется? По-моему, нет. По-моему, только в самом городе. Ну, смотрите, нам еще нужно два символа найти. То есть вот... Нет, это не то. А, да, вот. Еще одну такую штуковину найти. Ёлки-палки, где бы ее найти? Кладбище большое. Очень не хочется... опять пробегать все по кругу. Тем более, я даже не знаю, где мы можем еще ее найти. Ронан, я слышала крик! Ты в порядке? Ну, я все еще мертв. Ты ведь что-то нашел? Да, нашел. Звонарь утопил девочку в озере и пустил тело по реке. Мама была права, это дело рук звонаря. А ты узнал что-нибудь о маме? Нашел след там какой? Извини. Хорошо, ты не видела, что с ней сделал этот ублюдок. Он садист. Но знаешь, что странно? Он все время спрашивал ее про некий договор. Договор? Вроде не было ничего про договоры. Стоп! Другой случай. Выжившая жертва звонаря. Арис Кэмпбелл. Диагноз параноидальная шизофрения, бессвязный бред про казни и договор. Опять договор. Там сказано, где она? Написано «Люкс Этерна». Это что? Да. «Люкс Этерна» — это психбольница. Какой сюрприз. Ладно, ты готов? Нет. Знаешь что? Ты пока иди вперед. Я немного задержусь. Вот, молодец. Правильно. Ну, увидимся в психушке. Прикольно, что уж. А, ты хочешь с Джулией тут посидеть? А я думал, хочешь найти еще одну пластину. Скоро. Мы будем вместе. Уже совсем скоро. Прости, Джулия. У меня плохие новости. Расслабься, брат, она в курсе. Да не уходи ты на елки. А вдруг не пустят нас снова сюда? Ладно, раз уж нас вытолкнули наружу. Найти в психиатрической больнице выжившую жертву звонаря. Какая-то девушка выжила после нападения звонаря. Возможно, она что-то знает. Само собой, начнем расследование. Вот туда я тоже хотел бы попасть, но игра после этого не сохранится. Давайте сделаем так, ребята, на этом мы прервемся. В следующей серии я, наверное, между записью, между сериями побегаю и поищу по кладбищу еще одну табличку. Если не найду, то не найду. Если найду, то следующую серию начнем именно с того места, то есть чтобы посмотреть, собственно, историю. А потом уже продолжим дальше расследовать наше дело. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх.
Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.